Сегодня, 9 мая 2018 года, в Бутырском храме Покрова Богородицы, как и во всей стране, прошел бессмертный полк. Где бы люди ни находились, что бы люди ни думали, ни совершали, но историческая память о великих днях войны, о победе, все равно живет в сердцах. И неважно, человек пришел в тюрьму с воли на это мероприятие, либо человек сидит здесь, но вот именно эта историческая культурная память заставляет их вспоминать не плохое, а то хорошее, что было и в стране, и с их предками, и с нашей страной в целом. Через Бутырский централ прошло большое количество мучеников. И в этом году будет столетие начала Красного террора, когда невинные люди просто за веру подвергались гонениям, расстрелам и, соответственно, не могли служить народу так, как они это хотели делать. На сегодняшний момент времени через Бутырский централ прошло 231 новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Своды храма расписаны, и на них есть эти имена и эти люди. Хорошо бы, чтобы эта память оставалась не только в центре Бутырского централа, в самом храме, но могла распространяться по храмам, для чего должна выходить небольшая литература, иконы, жития святых, какие-то другие духовные вещи, которые бы позволяли людям переосмысливать свое «я», помогали во внутренней борьбе с собой к стремлению к хорошему, чистому, светлому. Спасибо.